Лика, ты готов? Похоже, я готов. Ты меня разбудил. Если сегодня не срубим денег для Бруно, нам капец. Откуда мы вот так вот возьмем и вынем 55 штук, а? Не знаю, но в кровати они точно не валяются. Эдди подкинул работенку за хорошие бабки. Правда? Правда. Я заеду через пару минут, так что одевайся, бери пушку и жди меня снаружи. В машине все расскажу. Надеюсь, ни одна из твоих блестящих идей... Эй, я не в духе. Прости, я не хотел на тебя наезжать. Ну ладно, ладно, так ты в деле? Почему бы и нет? Ты когда доберешься? Я звоню из оружейной лавки за углом. Буду у тебя через минуту. Хорошо, давай к заднему входу. До встречи. Нифига себе у нас тачанка. Эдди нам дал ее под эту работу. Клевая, а? Садись за руль, у меня до сих пор башка гудит. Едем в Гринфилд. Что, вчера нажрался, что ли? Я тоже заснуть не мог, но бутылочка скотча и без проблем. Поехали в Гринфилд. Теперь ты мне расскажешь, в чем дело? Мы просто туда доедем, шлепнем одного и уедем. Расплюнуть. Почему? Эдди сказал, это услуга семьи из другого города. Незаконченное дельце. Он мне дал конверт с инструкциями. Сказал, все должно быть сделано чисто и непременно сегодня. Какого черта та семья сама этим не займется? Эдди говорит, они долго его искали и вот только-только нашли. Боятся, что если не поспешить, он опять смоется. Вот его фотография. А что он сделал? Вроде как сдал свою семью федералам. Ну, значит, заслужил. Погоди-ка. Так это значит, он был под программой защиты свидетелей, так? А если ее не сняли? Если и так, нам платят по нескольку штук, так что дело того стоит. А ну, как скажешь. Послушай, нам же деньги сейчас позарез нужны, верно? Так что выполним заказ, потом разделимся и поищем что-то еще. Ладно. Тут сказано, надо еще что-то сказать, а потом валить. Вот, смотри. Я понял. И да, если увидишь Эдди, ни слова про вчерашнее. Нас там не было. Последний китаец, которого мы видели, лапшу продавал, понятно? Да. Ты что, меня за идиота держишь? Ну, тут присяжные еще совещаются. Главное, не проболтайся, вот и все. Thank you.
помнишь, что надо сказать? Да. Ладно, поехали. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам привет. Ты это сделал! Но они с тобой сделают то же самое. Сальери достанет тебя. А он-то помогал тебе. Ты крыса. Ты опасен, Том. А Поли мертв. Он ни разу не усомнился, что ты не простишь его смерть. Тебе придется прятаться, как изгою. И однажды они достанут тебя. Так же, как Фрэнка. В конце концов, оно того стоило. Норман устроил нам смену документов и переселил на другой конец штата. Я получил работу водителя в серьезной компании. Мы всю жизнь начали сначала. Эта идиллия была прервана лишь войной, но и ее мы пережили. Мистер Анджело? Да? Мистер Сальери передает вам поклон. Знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одними в соответствии с законом, другими нет. От каждого человека зависит, каким будет его мир, каким он его сделает. А еще вам нужна уйма везения. Чтобы кто-нибудь другой не превратил вашу жизнь в ад. И все не так просто, как нас учили в начальной школе. Но все же хорошо иметь твердые убеждения и придерживаться их. В браке, в преступлении, в войне, везде и всегда. Я все запорол. Так же, как Полли и Сэм. Мы хотели жить лучше, но в конце концов попали гораздо хуже, чем остальные. Знаете, я думаю, что во всем надо знать меру. Да, меру. Вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто слишком мало хочет от жизни, может вообще ничего не получить. Описание. 26 футов, темные волосы, худощавый. Вот где парни. Пошел! Валим отсюда! У нас тут убийство! Объект вооружен! Говорит агент Кокс. Вас понял. Открываю полицейское подкрепление в принципе. Сейчас, блин! Это федералы. Не правда будут под защитой? Эдди славится тем, что любит допускать подобные мелочи. Может, он не знал? Сейчас важнее их стряхнуть. Чуть не вляпались. Отвези меня в Кингстон, ладно? У меня там машина. А что с деньгами? Да, чуть не забыл. Эдди заплатил авансом. Так что вот твоя доля.
Желаю удачно добыть свою половину денег. Заезжай ко мне, когда закончишь. Ладно. До встречи. Эй. Вито! О, спасибо, что заехал. Я знал, что ты не подведешь. Слушай. Фрэнк организует совещание с другими боссами. Он забрал почти всех моих ребят в охрану. Так что мне некого зарядить тут на одну работенку. Дерек, они все равно не хотят работать. Что? Почему? Потому что ты уволил того козла. Эй. Черт. Вито, другая работа подождет. Сначала поможешь нам с этим. А в чем дело? Ну, этот бездельник неделю не выходил на работу. Типа он болен. Полная лажа. Ну, я его и вышвырнул. А теперь его дружки разозлились и грозят забастовкой. Надо появиться там с парой серьезных парней, чтобы навели шухер. Придурки напугаются и думать забудут, как бастовать. Плачу штуку баксов. Ну, конечно. Кто от таких денег откажется? Ладно. Делов-то. Стой рядом и делай морду кирпичом. Асти. Увидим. Эти уроды тупорылые, хрен знает, что о себе думают. У меня с ними не в первый раз проблемы, блин. Знаешь, сколько их там? 3, 4, 10. Я-то откуда знаю? Какая разница? Не, я просто... И что будем с ними делать? Все зависит от того, как пройдут трудовые споры. Не надо мне, чтобы вы там пасти разевали. И все поняли, какие вы тупые. Так... И в чем проблема, парни? Возьмите большого Джона опять на работу. Тут я решаю, кто работает, а кто нет. А я вам говорю, что он уволен. Мы просто просим взять его обратно. У него семья, ему нужна работа. Я уже все решил. Ну, что я говорил? Полегче, Винни. Мы хотим уладить с миром. Мы день и ночь задницы рвем на жирного придурка. А если с нами что случится, он нас нахрен выкинет, как Джона. А ну, сбавьте тон, молодой человек. Чтобы я ни слова больше не слышал про этого дармоеда. Это кто тут дармоед? На беднягу ящик упал, когда он работал. На тебя. Ему обе руки переломало. Ну так это его руки, его проблема. А теперь марш за работу, пока у самих руки-ноги целы. Ах ты, ублюдок! Вы меня начинаете доставать. Не нужно крайностей. Пожалуйста, убери. Зачем нам это? Я вот так не думаю. И как по мне, сейчас у вас большие неприятности. Так что, если не хотите искать работу, то чтобы через 10 минут все были по местам. Видишь, Вито? Только вопят и ноют. Вито? Ты же сын Скалеты, да? Твой отец часто о тебе говорил. Ты на него здорово похож. Но как ты можешь работать на этого мерзавца? После того, что он сделал с твоим отцом? Закрой пасть, быдло. Быстро. Не слушай его, Вито. Пургу гонит. Давай, пошли. Пургу гоню? Вито, этот мерзавец убил твоего отца! Что? Они просто пытаются тебя достать. Дерек. Эй, а можно пушку убрать, а? Ты спроси у него, как твой отец Заткнись. Утонул в ту ночь. Мы видели, как они ушли со Стивом. А потом Стив вернулся один. Весь мокрый. А ну убери ствол от меня. Что случилось с моим отцом, Дерек? Ты сдурел, что ли? Ты кому больше веришь, мне или этим, уже безработным? Мы с тобой давно знакомы, Вито. Подумай Почему об этом. Почему ты был мокрый, Стив? Ты нырнул и пытался его спасти. А потому что он не хотел. Закрой свой рот! Вито, ты дал клятву. Я там был. Верность семье важнее, чем верность родным. Скажи это моей матери. Мне его убить. Нет, не здесь. Мы с ним позже разберемся. Ты меня разочаровал, Вито. Очень разочаровал. Я тебя не просто разочарую, Дерек. Твой отец... Не сейчас. Я достану эту сволочь, пока он не сбежал. Пора проучить жирного мерзавца. И нигде ты это взял. Неважно. Эй!
Отлично, хорошие шансы. Давай вмажем жирному ублюдку. Так, парни, за мной! Вы с ума сошли, парни! Нужно этого делать! Лишний ствол не помешает. Дита, давай, мы прикроем. Самую большую ошибку в своей жизни. Яблоки, да, Вито? Знаешь, что с тобой будет, когда об этом узнаю? Чаешь, папаша? Не волнуйся, скоро встретим. Ты делаешь самую большую ошибку в своей жизни. Ты что себе делаешь? Решил, что можно нахрена чуть-чуть не смотаться? Я всю жизнь старался не повторять ошибки отца. А теперь оказалось, что я иду за ним след в след. Но хорошо, что я наконец узнал правду. Да и смерть Дерека помогла решить еще одну проблему. Угу. Кажется, я нашел пенсионный фонд Дерека. Дальше мы сами справимся. А как же копы? Да, могут быть проблемы, но все свидетели поклянутся, что это была самооборона. Тебя тут не было. Отлично. Тогда удачи. Иисус, Мария, Иосиф, да поможет вам Бог.
Чем я могу вам помочь? Доброго дня. Мне от этого писать хочется. Джо не было дома. Сперва я подумал, что он просто опаздывает, и пошел перекусить. Два часа спустя Джо так и не пришел. Темнело, я начал волноваться. Пора было его искать. Может, Джо встречается с Эдди в Соколе? Дай,
Вито, ну наконец-то. Ты слышал, что случилось? А что случилось? Генри мертв. Что? Китаёза его прямо на куски порубили средь бела дня. Почему? Так ты ничего об этом не знаешь. Генри хотел предложить мне какое-то дело, но я отказался. А что случилось? Генри дурак, то есть был. Решил поторговать наркотой с китайцами. Знал же, что дело запретное, но попался. Карло его простил, только взял небольшой штраф. Но косоглазые подставили Генри и порубили на куски посреди парка. Черт! Нельзя вести дела с желтопузами. Хуже того, Генри работал не один. Вчера какие-то парни перебили толпу косоглазых в китайском квартале. Теперь они грешат на нас или на Винчи. Винчи уже начали угрожать. Если быстро все не разрулить, мы по уши в дерьме. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ничего, Эдди, клянусь. Да? Ну а Джо? Джо? Джо пару дней был со мной. Тогда вам повезло. Карло сейчас нет в городе, но когда он вернется, будет некрасиво. А то. Надеюсь, ты мне не врешь, Вито. Пойду-ка к Джузеппе. Он всегда держит нос по ветру. Эй, Джузеппе, я ищу Джо Барбара. Он был тут сегодня? Алло, Вито. Да, Джо заходил. Здорово, я весь день его ищу. А он не сказал, куда направляется? Нет, и сдается мне, он и сам этого толком не знал. Что такое? Он искал работу, но прежде чем мы успели это обсудить, появились какие-то ребята и уволокли его. Что? Кто? Это были люди Винчи. Сказали, мистер Винчи хочет с ним поговорить. Куда они могли поехать? Нон-Лосо. Может, в Мона Лизу? Это их бар. Черт. Что-то не так? Не знаю. Скажем так, мы сейчас не в лучших отношениях с мистером Винчи. Да, у Джо был нерадостный вид. Ах, как мне это не нравится. Надо выяснить, что происходит. Надеюсь, ничего серьезного. Буана фортуна, Вито. Рады вас видеть. Да, тебе, Вито.
стоять, и может не убью. Привет, парни. Ну и наглец же он. И я тебе рад. Не шевелись. Эй, послушай доброго совета бармена и брось дурить, Вита. Так, во-первых, прошу медленно бросить оружие на пол. И без глупостей, пожалуйста. А то у бармена пальчики подрагивают, а? Я без оружия. Ладно, так зачем ты пришел, Вита? Мы тебя не ждали. Я ищу Джо Барбара. Я слышал, его зацапали твои парни. Возможно. И что ты задумал? Мы с Джо тебе ничего не сделали. Мистер Винчи думает иначе. Он хотел получить объяснение. Их-то Джо сейчас и дает. И раз уж ты заглянул на огонек, почему бы тебе не присоединиться? А если я не захочу? Эти пушки говорят, что хочешь. Но не волнуйся, там отличный вид. Черт. Какого хрена, Джо? Придурки пошли отлить. Клево. А вот скажи, какого черта мы здесь делаем? Этот старый козел Винчи не видит, что у него под носом, и надеется, что я ему покажу. Идиот. О-хо-хо, сладкая парочка уже здесь. Добро пожаловать, Вита. Что происходит? Тебе не с чего с нами так поступать. Не с чего? Не с чего? Сначала история с Лео, а потом в городе начинается полный бардак. Китаёзы сходят с ума. Все словно ополоумели. А теперь желтокожие еще и меня пытаются убить. Никакого порядка. Я слишком стар для этого, так что будь добр. Расскажи, что за хрень происходит. Ну, я весь внимание. Мистер Винчи, ну, я без понятия, что происходит. Поверьте. Мы с Джо тут ни при чем, правда? Это не то, что я хотел услышать. Ну так это не наша проблема. Потому что мы вообще ничего не знаем. Это плохо. Наконец-то. Времени мало. Надо что-то делать. Хорошо. Попробуем выломать трубу. Давай помогай, один я не справлюсь. Ладно. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Мать твою! Твою же мать! Мать твою за ногу! Это что за шум?
тебя, подонок! Твою мать! Я прикрою! Иди вперед, я прикрою. Куда? Как тебе это понравится? Давай! Стреляй! Учи, козел! Трусил? Стреляй! Я тебе башку в чертям отстрелю! Вита, иди сюда! Тут можно выйти наружу! Ты трусил, салага? Давай, греби сюда, Вита!
Сдалось мне это дерьмо. О, черт! Я не хочу умирать! Не с тем связался, приятель! Давай, греби сюда, Вита! Вита, они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно. Сейчас доставим тебя к Эль Греко. Эй, ты, вылезай! Не убивай меня! Однажды! О, грудь болит. Вздохнуть больно. Они мне ребра переломали. Полегче. Эль Греко тебя починит. Да, конечно. Ой, блин, кашлю. Вот и мне каждый раз перо под ребра вгоняют. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Вита, спасибо, что пришел на помощь и рисковал своей шкурой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. А теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то правда придется перо тебе всунуть. Нашел, мать твою, время комедию ломать. Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я харкаю кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь.
Смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий? Ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да, но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно, поправляйся. Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну, заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито... Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно.